Всем привет! Всем привет! 4 мая. У нас утро. Девчонки отказываются есть. У нас уже второй день. Я просто сейчас смотрю, наблюдаю один питомник кошек. Это кошек, которых подбирают в Донецке. Брошенных, кто-то подбитый, раненый, очень много больных. В том числе еще наблюдаю за питомником собак. Там тоже очень много животных раненых. И, к сожалению, в Донецке с ветклиниками очень плохо обстоят дела. И многих животных перевозят, в общем, в Ростов. Там питомники готовы принять собак. Больных очень много. Ветклиники, к сожалению, бесплатно их не лечат. Поэтому им, конечно, регулярно нужны денежки. Мы тоже решили приюту перечислить денежку на лечение собак. Вот. Есть у меня, в принципе, приюты кошек. Любителей кошек я тоже могу дать реквизиты. Это будете наблюдать. Может быть, кто-то захочет взять себе какую-то кошечку, которая осталась без дома. У меня, в принципе, есть вот в Донецке ПИФ. Это собачий приют. Вот. И есть кошачий приют, это Кошкин дом называется. Это Маша про контакты говоришь? Да, они в ВК, в принципе, и тот есть. И мы можем оставить название этих страничек в ВК, сделаем скрины. И внизу под этим видео также смотрите. Внизу, да, под этим видео мы... Я вот взяла конкретно контакты, реквизиты, это... ПИФ, собачий приют. И вот сейчас тоже хочу перечислить денежку. Ну, переведем 1000 рублей. Пусть это небольшая сумма, но хоть что-то. Для всех желающих разместим ссылку. Кто-то перейдет, ну, захочет помочь. Да, просто хорошо. Тут как бы никто не просит огромные какие-то деньги перечислить, да. Но я думаю, что даже там 100-200 рублей, которые для вас, в принципе, особой погоды никакой не сыграют, а для собак в целом, когда один перечислил, второй перечислил, таких будет всем людей. Миром, скажем так, да, таких людей будет много, и это будет уже в масштабах приличная сумма, на которую они, в принципе, смогут лечить собак. Здесь есть разные карты. Здесь у них Сбербанк есть. Вот я как раз хочу сейчас на Сбербанк перечислить. Здесь есть и Яндекс.Кошелек, и Киви, и какая-то Приватбанк карта. Ну, вот у нас Сбер есть. Как бы я сейчас попробую на Сбер. У них на страничках ВК, в принципе, все эти реквизиты для помощи есть. Поэтому, кто хорошо ориентируется, грубо говоря, в ВК, во всех вот этих вот соцсетях, сообществах, да, тот, в принципе, без труда найдет. Но мы еще в Телеграм-канале, в принципе, продублируем. Ну, во всяком случае, вот собачьего питомника реквизиты у меня точно есть, потому что я списывалась с девочкой. Мы эти реквизиты продублируем в Телеграм-канале. У кого как бы будет желание и возможность, то можете, в принципе, помочь. Я думаю, что наша помощь очень важна сейчас этим питомцам. Вот Маша переводит. 1000 рублей перевела. Угу. Там реально собаки некоторые такие, с такими ранениями. Просто ужас какой-то вообще. И я еще смотрю эту Татьяна, как, господи, я ее фамилию все время. Мантян, наверное. Да. Вот. И она там, в общем, проводит эфиры. Эфиры такие долгие, двухчасовые, но смотреть можно ее, в принципе, она интересная. Ее смотреть можно эти два часа с удовольствием. Вот, она выходит в эфиры и собирает деньги. Ну, там Лысинка есть канал, это волонтер, который в Донецке помогает всем людям, доставляет какую-то материальную помощь, какие-то продукты в места такие, где прям вот реально они чуть ли не под обстрелами лазят. И вот они как бы там показывают, в том числе, сколько там они животных этих спасают. Ну, в общем, кому будет интересно, можете написать в Телеграм-канале, я вам дам ссылочку на канал, послушайте, посмотрите. Ну, вот такой у нас был короткий выпуск. Вот. Вся информация в описании. Можем даже продублировать сообщество. Так что, если есть желание, то помогите, пожалуйста. На этом у нас все. Да, всем спасибо. Всем пока и до новых встреч.